Представляю вам игровой канал моего знакомого Фейта. На его канале вы можете увидеть забавные нарезки и монтажи по CSGO. Парень играет в CS на уровне про игроков, и я уверен, что вам понравится его канал. Зайдите и посмотрите хотя бы один ролик, и вы не пожалеете. Ссылка под видео. Ты чё там стену держишь, что ли? Эй, сусунок, а ну заплэнь быстро. Плэнт. А, мать твою. Плэнт. Где он? Эй, соплезавр, ты что, встал, но забыл проснуться? Ты... А, он немного умер. Извините моего товарища, но он, кажется, хайлайтов пересмотрел. Ахи, ботяра. Не торопись, у меня для всех сантиметров хватает. Пацаны, я плэнчу прямо на красное перекрестие, так что если я умру, я надеюсь, вы бомбу найдете. О, вижу звук. Пятку убил. Ура! Мама, я затащил на паблике. Ладно, не будем извергами. Нужно почтить их память. Сосите песос. Аминь. Мармок. И шалопач... Никого? Нет! Я ж витамины террорист! Ты чё, блядь, такой незаметный, что ли? Шандон мелкий. Трясутся тут под моим балконом, даже привет не кинут. Ниндзячек. Однажды я так прыгну, я обосрусь, отвечаю. Как же я затрахался этих кеннисов резать, на каждом, мать его, паблике найдутся. Никто не изи-пизи там, нет? Все нормально? Ну, я пойду к своим бомжам. А! Ах ты, блядь, он сын, иди сюда. А, спаси и сохрани! Эх, хорошо, что у меня нож был заряжен. На Б чисто. На Б чисто здесь тоже... Черт, уже заложили свою личинку. А, ёпта, это... Разошлись псины, пришло мое время сделать глупость. Ну, стреляй. Стреляй. Ты чё там уснул, Кеннис? Я для кого тут же кадрыгу танцую? Слушай, так работает КС. Если кто-то стрейфит, стреляй. Не думай, стреляй. Это ты, блядь, какой-то неудобный. Не время ныкаться в... Вот была бы возможность закрывать эти ворота. Сколько смертей можно было избежать? Верхняя. Воу! Тебе бы птиц по подъездам ловить. А-а-а! Так, все, хватит. Я уже слишком киберспортивный. Пальцы накачаны, ногти стрижены. Настала пора потренироваться с живыми ботами. Давай, быстрее, я теряю скилл с каждой секундой. О, нихера себе его нагнули. А, понятно. Ну спасибо, Valve, твоя игра говно. Так, что делать? Включаем... Включаем про игрока. А, три слева, один справа. Калькулируем. Угол наклона... Угол наклона моей позиции раком, когда меня нагнут. Хотя вы знаете, мыша... Кто-то там еще. Эй, ты последний, давай за компанию. Наши шансы уравнялись, братан. Блять, что за тайминги? Иди сюда, упырь. Я хотел тебя по-хорошему убить, но теперь я отъебенячу тебя по-взрослому. Ты что, думаешь, схватил бога за бороду, что ли? Иди сюда. Это дело принципа. Спичек. Сбисч. Ебать, у тебя ник, братан, можно германский выучить, пока его правильно прочтешь. А! Я его видел. Ща, я знаю, что теперь это легче сделать. Ща, ща. А, еблитрист, не пугай меня и так на измене. А! На самом деле я хотел обойти. А ведь раньше дети во дворе играли в прятки. А теперь в КС играют в прятки. Единственный плюс! То, что раньше так сделать нельзя было. Воу! Откуда он тут...
Я чё, слепой уже или я чё-то не понимаю? А ведь этот момент и правда очень странный. Уже на стадии монтажа я пересмотрел его туёву хочу раз, и я до сих пор не понимаю, откуда он там взялся. Как мы можем наблюдать, я зашел, и здесь один чувак. Я его унижаю. В комнате больше никого. Дальше я разворачиваюсь и делаю беглый чек двери. Вдруг кто-то прибежит, потому что их там было слышно постоянно. И вот чё за нах, блядь? Откуда он тут взялся? Ты кто такой, блядь? Потом я, соответственно, достаю свой скальпель и делаю ему сложную операцию позвоночника, которую он не пережил, к сожалению. И давайте посмотрим на это еще раз. Захожу, убиваю, по углам чисто, сзади никого. Разворот, и у меня разрыв шаблона. В общем, если вы знаете, как это могло произойти, напишите мне в комментах. Я прочту их с прибольшим удовольствием. Чего же вы так долго ходите? Может, естественно, хули вы все на забыли? Да-да, бегите, топайте. Мало шума нахуй. Где он? А, все, убей его, я дефьюзю. Так как ты сдох, ты чё рулем играешь, что ли? А, мне сломали монитор. Где я? А ну вас. Вот же один, чего вы там умираете столько? Киньте автомат в него, если не знаете, как стрелять. Ты чего здесь такой шумный? Я тебе сейчас лифчик расстегну. Я хуею. Он просто неуловимый какой-то. Один. Два. Два как минимум. А, они кинули флешку, все, мне пора. Ребят, может через постели решим вопрос? Хотя, знаете, насрать, давайте, сдохну так в бою, да? Если честно, я сейчас в шоке, но мне лень удивляться. Так что я как-нибудь потом спонтанно охуею. Так, все, я сделал свои темные дела, без меня не умирайте. А чё вы? Нас уже трое, ёпт. Вау, какого хера тут люди ходят? Нахуй свали. А-а-а! Толстошкурые! Вы не на того свои крючки зажимайте. Все нормально. Я просто по-царски пописал. То есть существует вероятность, что если бы я подольше стряхивал, то мы бы проиграли. Эх, им повезло, что я хороший дирижер. Че, вроде бы все спокойно и как на! 5 дебилов сразу прыгнут тебе на голову. Так что тут надо быть очень бдительным. Как с цыганями в троллейбусе. О, нет. Кажется, они догадались по стрелкам, где нужно ставить бомбу. У меня дети в яйцах пищат. О! Нет, пошумай! А! Вы на полном серьезе, что ли? Как после такого выживают вообще? Вот это я скилловый. Погодите-ка, что если не я хороший игрок, а они нубы? Ага, да не, бред какой-то. Эй, часик в радость, друзья, вот и мое первое видео в новом году. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, а я буду отвечать на ваши вопросы. Как сильно YouTube изменил твою жизнь и каким ты был до создания канала? Я в плане того, какое у тебя было чувство юмора и какой характер. Знаешь, чувак, я не особо изменился. И чувство юмора, если изменилось, то только в лучшую сторону. Хотя я никогда не считал себя юморным или душой компании. Что такое Ахтунг? Я так-то не отвечал бы на этот вопрос, будь он первым. Но таких, как Богдан, очень много. Как будто это целое общество людей, которые никогда не слышало о поисковиках. А Ахтунг — это внимание на немецком.
И третий вопрос. Скорее вопросы, их было очень много под последним роликом, и все они так или иначе были связаны с отсутствием видео на прошлой неделе. И потому что их очень много, скрина нет. Но чтобы всем уютней было, вот вам фотка. Это кот, который собрал из своей шерсти еще одного кота. Итак, я не забухал и не скукожился, не исчерпал свои идеи и не в бегах. Видео не было, потому что я отдыхал и в то же время работал. И пиплы, которые состоят в моей группе ВКонтакте, об этом знают. Я вернулся, все будет как прежде, или даже лучше. Видео будут выходить и дальше по графику. Это все, спасибо за внимание, это был Мармок, это КСК. Гоняйте чаи и не бухайте. Пока.